Алхимия богатства обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю, и неготовые окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Мое детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешает. Но сначала свет. В сортире есть генератор. Видишь зеленый огонек на радаре? Теперь ты видишь, что делаешь.
Возвращайся и посмотри на мониторы. Видишь? Последний мой подопечный. Вышел без планшета. И что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Пора испытать твой новый радар. Не привередничай. Бери уже биту. Считай это негласным договором всех выживших. Если тебя укусят, ты же не будешь просить такой помощи. Начало положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. 20 часов без сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам. Пару всех со ставнями я разберусь. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Включи планшет и поищи вокруг что-нибудь ценное. И не смотри дареному коню в зубы. Охоты хорошо, но потом не ной, если пронесет. Или еще что похуже. Ugh.
Вот так. Это убежище мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворн и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума. Даже искал лекарства, панацею. Но все это... Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. Объясняю. Это я все запер. Для безопасности. Все. Можешь входить и выходить. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камерой. Хорошо, карта обновилась. Из хорошей карты тебе тут сразу конец. Рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление – лучшая стратегия. Отлично, боец. Ясно. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Только осторожней там. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи.
Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Часть двери не открыть. А пока будешь там крать, все, что не привинчено, твое. Thank you.
Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Снова работает. Когда сканируешь распредблоки, я взламываю их и подправляю карту. Взгляни на планшет. Коктейли Молотова — это классика. Порой против классики нет приема. Хорош. Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Это сволочи мертвого поднимет. Убирайся оттуда! Итак, тебе удалось вернуться. В главном зале есть сейф со знаком воронов. Пора показать, как он работает. Как не вовремя. Орда на подходе. Смотри на радар. У них, конечно, беда, но инстинкты как у зверей. Так о них и думай. Видишь чумного, помни. Это ни сосед, ни друг, ни родственник. Они все мертвы, а эти твари украли их лица. Hey!
молодец. Но несколько тварей прорвались раньше, прикончи их. Думаю, хорош. Все чисто. Отдохни, теперь можно. Иди поспи. Без хорошего сна никак не обойтись. Есть идея. Пора бы нам прогуляться по окрестностям Букингемского дворца.